На протяжении всей истории развития танкостроения конструкторы в разных странах не оставляли надежды построить самый мощный танк в мире. Особенно в этом деле преуспели немцы. Достаточно вспомнить танк «Колоссаль», который они начали строить еще в годы Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны уже известный нам Фердинанд Порше по приказу Гитлера построил два экземпляра танка чудовищных размеров «Маус» — «Мышь». Стальная «Мышка» весила 180 тонн, вооружалась двумя пушками калибра 75 и 128 мм. Немцы взорвали оба танка «Маус», чтобы они не достались советским войскам. Из двух взорванных «Маусов» наши инженеры собрали один. Сегодня этот гигант – экспонат музея бронетанковой техники. В то же самое время сверхмощные танки делали англичане и американцы. Англичане оснастили свою «Черепаху» 220-миллиметровой броней. Американцы пошли дальше. Лобовая деталь, прикрывающая орудие и экипаж американского танка Т-28, имела толщину 300 мм. Даже бортовая броня достигала толщины 150 мм. Так как в то время мощность имеющихся танковых двигателей у англичан и американцев не превышала 400-600 лошадиных сил, то ни Т-28, ни «Черепаха» не отличались хорошей подвижностью. Их максимальная скорость составляла 12-15 км в час. Танк Т-28 с установкой двух пар гусениц получился настолько широким, что не мог проехать даже по обычной дороге, не задевая деревья и телеграфные столбы. О том, чтобы перевести его по железной дороге, не могло быть и речи. Но выход был найден. Во время транспортировки танка к месту предстоящего сражения внешние гусеницы снимали вместе с катками и буксировали специальным тягачом или самим танком. Мощные пушки танков Т-28 и «Черепахи» калибра 105 и 99 мм соответственно, нельзя было установить в поворотной башне. Их разместили в корпусе по подобию ИСУ-152. Единственным удачным сверхтяжелым танком оказался советский ИС-7, прикрытый со всех сторон 150-миллиметровой броней. Толщина брони его башни достигала 210 мм. Среди всех танков ИС-7 был вооружен самой мощной 130-миллиметровой пушкой, установленной во вращающейся башне. Этот стальной монстр развивал максимальную скорость свыше 50 км в час. ИС-7 по праву считается самым мощным и самым лучшим сверхтяжелым танком в мире. Но использовать подобные тяжелые машины в реальных условиях оказалось невозможно. Однако благодаря ИС-7 в СССР появился самый последний и самый лучший в мире тяжелый танк Т-10, выпускавшийся уже после войны.